На самом деле, я думаю, для маленьких это очень интересно. Потому что я, когда был в их возрасте, мне тоже было интересно, когда игроки приходили из основы «Зенита», показывали какие-то финты, какие-то упражнения. К нам даже приезжал «Манчестер Юнайтед», тоже показывал. Так что я думаю, для них это очень весело и полезно будет в дальнейшем. Видел какой-то будущий талант здесь? Ну да, уже у некоторых хорошее обращение с мячом. Видно даже в таком возрасте, я не знаю, сколько, наверное, даже меньше 10 лет, но уже неплохо работают с мячом. Так что, я думаю, есть будущее у Зимбро. Кожикарь говорит, что он скоро будет на скамейке запасных после того, что он увидел. Ты как считаешь? Ну да, я думаю, через годик кто-нибудь из них подрастет, уже вытеснит его. Не только его, конечно, там половину команды будет уже соперничать с Основой.